وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خو الله فينا لجيت الله تلك الله ومغدريم واسخوالايم просим помощи и прощения только у Него. Просим у Него уберечь нас от грязных помыслов и греховных деяний. Кого Аллах наставил на истинный путь, того никто с него не собьет. Кого Он заблудил, никто не наставит на правильную дорогу. Я свидетельствую, что нет достойного поклонения никому, кроме Него. Он один и нет у Него сотовариша. И я свидетельствую, что Мухаммад, раб Его и посланник, да восстановит Аллах Его и приветствует миром. О, раб Аллаха! Советую вам и себе быть богобоязненными. О, люди, бойтесь Аллаха должным образом и слушайте хутбу молча и не разговаривайте друг с другом. Прошу вас не увлекаться мобильными телефонами. Отключайте их. О, мусульмане, бойтесь Аллаха. Изучайте свою религию. Будьте в числе понимающих ее. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман арада Аллаху бихи хайран, юфаккиху фиддин». Аллах Субханаху ва Тааля, кому пожелает добро, делает его понимающим религию. Помните, ислам – религия, основанная на знании, и является источником добра и справедливости и во всех отношениях. Ислам пришел всему человечеству только в качестве милости от Аллаха, Творца небес и земли, которого никто не может отрицать, со всеми правилами от Него. О, мусульмане, как вы знаете, скоро начинается сезон хаджа. И вот наступил месяц Зульхиджа, и скоро будет великий праздник, праздник Курбана, Ид-Аль-Адха. Сегодня первое число месяца Зульхиджа. О, раб Аллаха, чтобы сделать причиной приумножения благих дел своего раба, Аллах из великой мудрости в течение года выделил определенные дни и месяцы среди других дней и месяцев. О, раба Аллаха, мы с вами, с позволения Аллаха, встречаем первые 10 дней месяца Зульхиджа. Эти дни являются лучшими днями года у Аллаха. Как об этом сообщил его посланник Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, что самыми любимыми для Аллаха являются праведные деяния, совершенные в эти дни. Эти дни, что бы ты ни совершал, это самое лучшее твое поклонение. Спросили, даже лучше, чем сражение на пути Аллаха. Он сказал, даже чем сражение на пути Аллаха. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Валь фаджр, валь айалин ашр». Клянусь зарею, клянусь 10 ночами. Ибн Аббас радиаллаху анхума и другие сказали, что это, то есть слова Аллаха, клянусь 10 ночами, сказано по поводу первых 10 дней
месяца Зульхиджа. Если говорить о деяниях этих 10 дней, первое – это хадж, который совершается в эти дни из мудрости. И польза хаджа – это то, что хадж напоминает человеку о вечной жизни. Тот, кто совершает хадж, тот покидает свою родину и уезжает в незнакомые места. Так же человек, когда умирает, покидает этот мир, с умершего человека снимает привычную ему одежду и заворачивает в саван. Также в хадже мы снимаем ту повседневную привычную одежду и одеваем другую одежду. Умершего купает, прежде чем завернуть в кафан. Также хаджи купается, прежде чем одеться в эту одежду. Хаджи встаивает на Арафате. Также умерший станет в судный день там, где станут перед своим Господом. Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Яума якуму ан-насу ли раббил аалямин». Тот день, когда люди перестанут перед Господом миров. Дорогой брат, если ты не совершаешь хадж, это не значит, что эти дни должны пройти мимо тебя. Эти дни особые. Это благодатный сезон и ценное время. Каждый разумный человек знает, что это время наступает не каждый день. Сезон – это возможность приумножить доходы. Какой торговец добровольно закроет свой магазин во время сезона? А если он закроет, возможно его считать умным торговцем? Таким же образом можно перевести множество примеров. Если мы ради этого мира оказываем такое усердие, богатство которого все равно оставим здесь, а как же мы должны поступать ради вечной жизни? На самом деле мы поступаем наоборот. Значит, мы не очень-то верим в последнюю жизнь. В противном случае мы бы старались намного усерднее, чем для этой жизни. Разве может кто-то построить свой дом на земле, которая ему не принадлежит? Аллах сказал: «Яума тати куллю нафсин туджадилу ан нафсиха ва туваффа куллю нафсин ма амилат ва хум ля юзламун». В тот день каждый человек придет и будет перепираться за себя. Каждому человеку сполна воздастся за то, что он совершил, и с ним не поступят несправедливо. Аллах сказал: «Яума таджиду куллю нафсин ма амилат мин хайрин мухдаран ва ма амилат мин суин». Тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние. Аллах предостерегает вас от самого себя. Аллах сострадателен к рабам. Аллах сказал: «Яума яндуру аль-мар'у ма каддамат йадах». Тот день человек увидит, что уготовили его руки. А неверующий скажет: «Эх, если бы я был прахом». Что может для верующего человека полезнее, чем этот аят, в котором верующий наставлял свой народ, народ фараона? Сказал: «Я кауми, иннама азил хаяту дунья мата, ва иннал ахирата хия дарул карар. Ман амила сайиатан, фала туджза илля мислаха, ва ман амила салихан мин закарин ау унса, ва хуа му'минун, фа улаика ядхулуна аль-джанната, юрзакуна фиха бигайри хисаб». О мой народ, мирская жизнь – ничто иное, как предмет пользования, а последняя жизнь является обителью пребывания. Тот, кто совершил зло, получит только соответствующее воздаяние, а те мужчины и женщины, которые поступали правильно, будучи верующими, войдут в рай, в котором они будут получать удел без счета. Приветствую тех, кто использует эти дни полезно, праведно, совершая благие дела, зикры, дуа, пост и многое другое. Во всех этих делах следует состязаться. Аллах сказал: «Инналь абрара лафи наим, алаль араики яндурун, таарифу фи вуджухим надратан наим, юскауна мин рахиикин махтум, китамуху миск». Китамуху миск, ва фи залика фалитанафасил мутанафисун. Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве,
и будут на ложе сотирать райские блага. На их лицах ты увидишь блеск благоденствия. Их будут поить выдержанным, запечатанным вином, а печать его будет мускус. Оно запечатано мускусом. Пусть же ради этого состязаются, состязающиеся. Оно смешано с напитком из таслима, источника, из которого пьют приближенные. О раба Аллаха, вот к нам пришел очередной сезон благих деяний после Рамадана. Если мы верим в Аллаха и в судный день, и хотим быть из числа преуспевших в этой жизни и в следующей жизни, то нам необходимо состязаться в благих делах в эти дни. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Валь-фаджр, валь-ляли нашр, клянусь зарею, клянусь десяти ночами». И Ибн Аббас сказал, что это, то есть слова Аллаха, клянусь десяти ночами, сказано по поводу первых десять дней Зульхиджа. Все эти слова указывают на особенности этих дней, на особенность этих дней, которые уже наступили. Поскольку они особые, значит, существуют особые виды деяния в эти дни. Прежде всего, мы должны бросать все греховные деяния. Эти дни особенно мы не должны совершать какие-либо греховные дела. И также должны делать тувы, отказываться от них. Аллах сказал: «Отубу иля Аллахи джамиан, айюхаль муминун, лааллахум туфлихун». О верующие, обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, быть может, вы преуспеете. А какие виды поклонения мы должны совершать в эти дни? Давайте перечислим их. На первое место упоминание имени Аллаха, то есть совершение зикр в виде Аллаху Акбару Кабира, «Вальхамду лилляхи кафира, ва субхану Аллахи букуратан ва асиля, ля илляха илляллах». Аллах сказал: «Ваядкур исма Аллахи фи айямин ма'люмат». Пусть они засвидетельствуют то, что переносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни. Ученые сказали, что под установленными днями имеется в виду первые 10 дней Зульхиджа. Ибн Умар, ради Аллаху анхума, повсюду, даже на рынках, на улицах, говорил слова такбира громко, добавляя к ним слова похвалы, восхваления и благодарения. Аллах сказал: «Валитукаббиру Аллаха аля ма хадакум». Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил нас на прямой, вас на прямой путь. Эти дни одобряемым является пост. Предпочтительно больше читать Коран, побольше раздавать милостыню, то есть садака. Поэтому пусть не проходят эти дни просто мимо вас, ведь праведные дни, ведь праведные деяния в эти дни считаются самыми любимыми деяниями для Аллаха, чем другие дни. Даже праведники сказали, что эти дни превосходят даже последние 10 дней Рамадана. Поэтому приложи максимум усилия. Пусть эти дни не проходят впустую мимо тебя. О мусульмане, эти дни вобрали в себе все главные основные деяния, такие как намаз, пост, хадж, садака, то есть раздача милостыни. А среди этих дней есть свои особые дни. Это день Арафа и день жертвоприношения. Это день, то есть день Арафа является одним из великих дней всего года. Этот день мусульмане, находясь в хаджи, выполняют один из важнейших столпов хаджа. Это стояние на Арафате. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велел тем, кто не в хаджи, поститься в этот день. Сказал, что пост в этот день смывает грехи прошлого и оставшегося года. Видите, как ислам заботится о нас. Тем, кто в хаджи, запрещено поститься, чтобы они, находясь там, могли вынести трудности хаджа, могли как следует делать зикр и дуа. Когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, был на Арафате, он не постился. Люди думали, что он скрывает свой пост. Тогда ему принесла Умуль-Фадль чашу с молоком. Он выпил перед всеми, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что пророк не постится в этот день. День Арафа является лучшим днем среди всех дней.
хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Хайру дуа, дуа у йома арафа, ва хайру ма культу ва ана, ва хайру ма культу ана, ва набийюн, кабли йома арафа, ла илаха илла Аллах, вахдаху ла шарика ла, лаху л-мульк, ва лаху л-хамд, ва хуа аля кулли шайин кадир». Самая лучшая дуа, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. То есть мольба совершенная дуа в день Арафа. И самое лучшее, что сказал я и другие пророки до меня в день Арафа, это слова: нет достойного поклонения никому, кроме Аллаха. Он один и нет у него сотоварища. Ему принадлежит власть и похвала, и он способен на все. То есть эти слова: «Ля илляха илляллах, вахтаху ля шарика ля». Лаху л-мульк, ва лаху л-хамд, ва хуа аля кулли шайин кадир. Прямо с утра до вечера, сколько хоть можешь, столько повторять, брат мой. И ты, несмотря на то, что не совершаешь хадж, также приближайся к Аллаху, делая в течение всего этого дня много дуа и зикры, которые установлены в сунноте пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И повторяй эти слова, которые он говорил почаще. Особенно перед Магрибом может Аллах простить тебя и нас, и заведет в свою милость и в рае. День Арафа совпал в нашем календаре 15 числом этого месяца, то есть 15.06, то есть 15 июня. О мусульмане, следующий день после дня Арафа – это день жертвоприношения. Помни, этот день Курбана является сунной пророка Ибрахима, алейхиссалям. И сунна пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это древнейший вид поклонения, через который люди приближаются к своему Господу. Часто в этом виде поклонения люди до нас и сейчас допускают ошибки, приносят жертву наряду с Аллахом различным идолам, истуканам, богам, деревьям, могилам, колдунам, на свадьбах перед невестой и так далее и тому подобное. Множество примеров распространено. Ошибочное убеждение, якобы совершая ритуалы паломничества в неустановленных Аллахом местах, они совершают хадж. Тем более не так далеко и затрат меньше. А по сути их действие является большим ширком. Они, то есть совершающие паломничество в неустановленных Аллахом местах, думают, что эти места являются святынями Аллаха. Как мы знаем, и как об этом говорили на прошлых хутбах, святыня Аллаха является те места, которых Аллах и его посланник назвал святыми, а не те места, которых люди сами придумали. По этой причине же совершать паломничество к таким местам является харамом и приобщением Аллаху сотоварищей. В этом мы должны верить и признать единство Аллаха в его господство. То есть он един, он единый творец, кормилец, властелин и управляет всеми творениями. Сам один, без сотоварища. Он всеми управляет. Сам один, без сотоварища. В этом нет у него сотоварища, который бы участвовал во всех этих делах. Также мы должны верить и признать его единство, его божественности. То есть мы должны поклоняться ему одному без сотоварища в рамках его установления. Некоторые думают, что поклонение – это намаз, закат, пост, хадж и зикр. Да, именно так. Они являются основными видами поклонения. Но кроме них есть такие поклонения, как дуа, мольба, которую должны делать только Аллаху. Просить помощи тоже является поклонением. Также упование, страх, боязнь, любовь, назр, то есть обет и жертвоприношение. Каждому из этих поклонений Аллах Субханаху ва Тааля установил свои правила. И все они должны быть посвящены только Ему Субханаху ва Тааля. Разве можно, имея такое вероубеждение, превозносить, признавать святыни, которые Аллах Субханаху ва Тааля не утвердил, как святыни мусульман? Да убежит нас Аллах. Баракаллаху ли ва лякум фил Курани аль-Азим. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد, ورب الله советую вам и себе быть богобоязненными. О люди, бойтесь Аллаха должным образом. О мусульмане, как вы знаете, 10 число месяца Зульхиджа, день Курбана. Этот день мы переносим жертву согласно шариату. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Фасалли ли раббика ванхар». Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. Этот день является днем поклонения Аллаху и днем урока таухида. То есть этот день все люди признают единство Аллаха в том, что все приносимые жертвы принадлежат только Ему, Субханаху ва Тааля. Об этом, иншаллах, мы подробно поговорим на следующих хутбах. Только хотел напомнить, что тому, кто намерен принести жертву, то есть резать курбан с наступлением месяца Зульхиджа, нельзя постригать ногтей, укорачивать или, если по-другому говорить, убирать что-либо из волос, пока не сделает свой курбан. Хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иза дахаля шахру Зульхиджа, ва арада ахадукум ан юдахи, фаля яхуз мин шаарихи, вала мин зафарихи, вала мин башаратихи шейан». Этот хадис находится в сборнике имама Муслима. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: когда наступает Зульхиджа, и кто из вас хочет перенести жертву, пусть не убирает из волос и кожи что-либо, и пусть не подстригает ногтей. Это дело относится только к тому, кто будет делать курбан. А от кого, за кого режут, ему это не требуется. То есть в семье, если есть отец, который перенесет курбан, он это соблюдает. А домашние, они не соблюдают этот ритуал. О Аллах! Просим у Тебя милости, просим у Тебя совершения нами благих дел и оставления плохих дел и любви к бедным. О Аллах, облегчи нашим хаджиям совершение хаджа и помоги им. О Аллах, сделай нас праведными рабами Твоими, дай нам честь и достоинство в Твоей религии. Ибад Аллах, инна Аллаха ямуру биль адли валь ихсани ва итаи диль курба, ва янха аниль фахшаи валь мункари валь баги. Воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас. Быть может, вы поменяете назидание. Фадкуру Аллаха аль-Азима ядкурукум. Вашкуруху аля ниами язидкум. Валя дикру Аллахи акбар. Валлаху яаляму ма таснаун. Поминайте великого Аллаха, и Он тоже о вас будет помнить. Благодарите Аллаха за Его дары, чтобы Он вам их добавил. И Он знает то, что вы совершаете. Аузу биллахи минаш шайтани раджим. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля-н-наби. Я айюхаллазина аману. Саллю алейхи ва саллиму таслима. Воистину Аллах и Его ангел восславляет пророка. О те, которые уверовали, восставляйте его и приветствуйте миром. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Мен салля алейя салатан вахидатан, саллаллаху алейха биха ашран». Тот, кто восставляет меня один раз, Аллах его восставляет 10 раз. «Аллахума салли ва саллим аля набиина Мухаммаду ва аля али Мухаммад, кама саллайт аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, ва барик аля Мухаммаду ва аля али Мухаммад, кама баракт аля Ибрахим ва аля али Ибрахим». في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا الله. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا الله. اللهم اغفر للوالدين, اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آت نفوسنا تقواها فزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وأقم الصلاة.